10 декабря в 21:18 на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о горении гаража в старой части города по улице Красноармейская. Площадь горения составила 1 квадратный метр, погибших, пострадавших нет. Причина пожара – неисправность электрооборудования. 11 декабря в 1:40 поступило сообщение о горении сарая в деревне Верхний Налим. Площадь горения составила 64 квадратных метра. Обошлось без погибших и пострадавших. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.